Друзья, приветствую всех на канале Atomon of Life. Сегодня хочу сделать коротенькое видео, рассказать, как работает Германия, точнее, как я работаю в Германии. Сейчас у нас время около 10:30, 22, не знаю с чем. У меня была сегодня вторая смена, я иду домой. И хочу сказать, вот сейчас просто прислонился на перила, вот могу показать, вот, перила. Прислонился, потому что шел, все, даже идти не могу, устал. Не могу идти, устал. Почему? Потому что в том отеле, где я работаю, на ресепшене работает 3 человека. Сейчас лето, период летних каникул. Естественно, мы отдыхаем по очереди. Наконец-то в августе, скоро, через 2 недели, будет моя очередь. Но это все начинается с июня месяца у нас, да, с 20 числа июня. Кто-то один из нас отдыхает, и получается, что мы работаем всего лишь 2 человека на ресепшене. И как раз-таки с начала июня открылись отели, пошел поток туристов, пошел поток других посетителей отеля, да, то есть рабочих, в принципе, которые были навсегда. И вдвоем работать тяжело, очень тяжело. Последний раз я работал 7 дней. Нет, 6 дней. 6 из 7 я работал, 1 день выходной. На этой неделе у меня бинго. Я работаю 7 из 7 дней. Да, 7 из 7. Бинго, так называемый. Вот. И, то есть, смена меняется. Вторая, первая смена прыгает. То есть, 3-4 первых, там 3-4 вторых смены. Это сложно. Это сложно. И плюс еще успеваю как-то даже на второй работе своей работать. Плюс еще успеваю делать какие-то термины, ездить и тому подобное. Давайте я вам немножечко пожалуюсь. Ну, просто действительно устал. Очень устал. Я на самом деле не жалуюсь вам. Я просто рассказываю, что здесь, вот в данный момент, в моем случае, летний период, работать очень как бы в отеле сложновато. Плюс еще к тому же с ресепшеном мы совмещаем сервис. В ресторане это вообще полное по, когда есть совмещение. Но такое есть. Сейчас, как я сказал, иду домой, остановился чуть-чуть передохнуть, постоять. Потому что когда находишься на работе, ты там не сидишь. Хотя на ресепшене там, то есть можно где-то выкроить 1-2 минутки, но работы сейчас очень-очень-очень-очень-очень-очень много, очень много гостей. Надо выполнить 1000 заданий. Которые должны быть сохранены вот в этой коробочке. То есть ты должен эти все задания знать, их выполнить. И такая вот история с работой у меня в Германии. На этом буду свое видео заканчивать. Не теряйте меня. Я снимаю почему? Потому что еще давно уже не снимал. Последнее видео снимал 13, по-моему, или 12 числа. То есть уже неделя прошла, и меня нету на YouTube. Не теряйте меня. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео, и всем без бальт. Чусь!